Здравствуйте, уважаемые зрители. Это уже третий дубль. Что-то после Нового года, после всех праздников никак не идет у меня это дело. Ну, ничего, будем преодолевать эту карму. Прежде всего, поздравляю всех с прошедшими праздниками. Желаю быстрее втянуться в работу, а также здоровья, всего самого хорошего близким, родным и друзьям. Начинаем нашу серию обзоров в этом новом году с часов Twice. Пришли они мне до Нового года. Посылка шла 21 день. Стоимость, когда я покупал, это было 1800. Сейчас они стоят порядка 2100 рублей. Но это все курс, политика и прочее такое. Мы это не комментируем. Итак, пришли они вот в такой вот коробочке. Это как супер обложка, снимаем. Под ней находится так коробочка с нанесением логотипов, надписи Twice по-английски и по-китайски. Не знаю, как будет видно, вот так вот, наверное, будет видно хорошо. Скорее всего, что это кожа молодого дермантина, но тем не менее, достаточно аккуратная коробочка. На ней какие-то знаки, штрих-коды, не знаю для чего. Открываем коробочку. Первым видим тряпочку для протирки стекол и ремешков. Часы, собственно, подушечка для часов. Вот они так упакованы. Здесь часы пока что положим в стороночку. Здесь всякие бирочки. Ну, извините, на третьем дубле я их уже снял, поэтому будем смотреть на них так. Книжечка гарантийная. И... вернее, не гарантийная, книжечка по эксплуатации, как чего тут переключать на китайском и английских языках. Поэтому, кому интересно, посмотрят. Видимо, гарантийный талончик на них. Вот, даже VIP, видите, прекрасно. В общем, полный набор. Это все мы в стороночку кладем, тряпочку оставим, коробочку тоже в стороночку. Теперь... часы были упакованы в полиэтилен, который я снял. Полиэтилен на ручке, на ремешке, на стекле был с обратной стороны. По характеристикам данных часов, опять же повторяю, что я говорю характеристики, которые представляет китайский производитель. Что уж он там пишет, это его проблема. И как будет на самом деле, я не знаю. Поэтому некоторые тут у нас были комментаторы, которые... пытались учить жизни меня и прочих моих зрителей. Еще раз повторяю, что я представляю часы в том разрезе, который представляет их китайский производитель. Как они себя ведут на самом деле, я не знаю. Лишь только покажет эксплуатация и, наверное, какое-то везение. Значит, часы, диаметр корпуса... 44 миллиметра. Толщина часов. Еще раз. Тут у нас 16,6, почти 17. Так, сейчас мы посмотрим вес. Вес. Вот так вот подошли, поставим. О. Вес этих часов 155,5 грамм. Длина ремешка 20,2 сантиметра. Ремешок, качество ремешка достаточно хорошее по сравнению с другими часами, которые делают с металлическим ремешком. Застежка. Да, это все тоже у нас с логотипом Twice. Застежка практически похожа на те часы, которые они копируют. Ну, не знаю, копируют или нет. Вообще-то уже, не знаю, говорил я или нет, скорее всего нет, что это часы, которые очень похожи на немецкие часы Tahoer. Собственно, кто им мешает, товарищам китайцам, копировать такие часы? Оттуда у них и вот эта вот надпись 1000. Кто интересуется
тому я могу рассказать, что 1000 относится как раз к тем немецким часам Тахойер. У них вот эта 1000 означает, что они выпустили часы, которые идут с точностью 0,001 секунды. Я не знаю, как будут идти эти часы, я их только вот распаковал при вас. Ну, вряд ли это относится к этим часам, это точность. Поэтому будем считать, что это, в общем-то, такие чисто имиджевые, красивые цифры, которые нанесены как на корпус часов, так и на, собственно, циферблат. Китайский производитель говорит, что это стекло, причем с каким-то напылением. Но вот если вы, не знаю, камера покажет, видите, такой немножко, может, голубоватый какой-то оттенок, что ли. Циферблат из себя представляет достаточно качественно сделанную сам по себе. На нем находится еще два циферблата в районе 3 часов. Это 24-часовой циферблат, который показывает стрелочка. Все стрелочки рабочие. Все они ходят. Циферблат, который в районе 6 часов, показывает обратный отсчет. Не рассказал я про стекло. Китайский производитель говорит, что это стекло, причем с каким-то напылением. Но вот если вы, не знаю, камера покажет, видите, такой немножко, может, голубоватый какой-то оттенок, что ли. Ну, может быть. Вот, циферблат, пожалуйста. При взгляде на оборотную сторону этих часов видим, что здесь стекло. Опять же, маятник, на которых нанесен логотип Тевайс. Написано, что это у нас Water Resistance, Stainless Steel, модель 8378. Значит, повторяю для наших комментаторов. То, что написано Water Resistance, это означает, что эти часы выдерживают. Повторяю для наших комментаторов. То, что написано Water Resistance, это означает, что эти часы выдерживают давление 30-метрового водяного столба 3 атмосферы. Но это не значит, что у них можно нырять на 30 метров. Это мы прекрасно понимаем. И наши самые ретивые комментаторы могут это тоже, наверное, понять. Это лишь значит, водонепроницаемость 30 метров, это значит ли то, что у них можно умываться, если попадут капли дождя, то, в общем-то, ничего механизма не будет. Но нырять ни в коем случае у них нельзя. Да, головка тоже с логотипом у нас. Имеет два положения. Это первое положение для перевода стрелок. Собственно, вот, видите. И второе положение просто, ну, исходное состояние этой кнопки. Далее. На руке они выглядят вот таким вот образом. Вот, мне, наверное, нужно будет немножко убирать, чтобы немножко поплотнее были. Хотя, может, и не надо убирать. Ну, посмотрим. Немного я их поношу, посмотрю, как они себя будут вести. Ну, собственно, вот, наверное, все про эти часы. Да, раз уж у нас начался новый сезон, хочу еще раз повторить, что на моем канале, в моих комментариях не должно присутствовать ни мата, ни взаимного неуважения друг к другу, комментаторов. При таком каком-то проявлении агрессии этот комментатор будет баниться совершенно сразу и, наверное, навсегда. Ну, раз уж мой канал, то значит и мои правила. Пардон. По поводу указания мне, какую ставить музыку и какое делать оформление, ну, ребята, опять же, если вы предпочитаете делать что-то другое или вам это не нравится, ну, никто не заставляет вас это смотреть. В общем, дело добровольное. Вы можете сами прекрасно все сделать. Я думаю, сейчас техника это позволяет совершенно спокойно. Ну, и вот на этой бодрой ноте мы закончим обзор вот этих часов. Какие-то вопросы, пожелания, комментарии, прошу вас на канал. Комментируйте, спрашивайте. Что знаю, буду отвечать. На этом все. Всем счастливо. До свидания. До новых встреч.